Добрый день, мои уважаемые зрители, друзья, подписчики и гости канала. Друзья, сегодня у нас очень нелетная погода, некомфортная. На улице холодно, снег, ветер очень холодный. Поэтому я решила заняться домашними делами. Ну, какими? Ну, пересадкой своих растений. Сейчас я покажу, как я буду пересаживать пеларгонии. Ну вот сначала хочу показать. Посмотрите, расцвела у меня кава. Зацветает пеларгония. Причем очень много бутонов на ней. Цветут вот у меня другие цветочки. Белые, красные. Ну, это не важно. Важно то, друзья, что наконец-то у меня есть время и заняться своими пересадками. Или перепалками, пересадками. Ну, как хотите. Можно и перепалками, и пересадками. Друзья, хочу сказать, что пеларгонии у меня несколько разных. Эти вот пеларгонии из моих семян я сеяла. Сеяла очень много, но вот зашло почему-то, как видите, совсем немножко. Ну, я поняла, почему. Потому что почва все-таки здесь тяжелая. И, вероятно, из-за этого плохо взошли. Ну, надо это учитывать. Поэтому в следующий раз надо быть умней, покупать перлит. Я вот почему-то никогда не пользовалась ни перлитом, ни вермикулитом. Теперь понимаю, что зря. Есть у меня покупные семена зашедшие. Вот, это последняя партия, так сказать. Здесь у меня и маленькие растишки я сажала. Вот очень сделала неправильно, как видите. Это вот у меня здесь, сейчас скажу, что такое. Это бегонии вечно цветущие здесь у меня. Повсходили мало, конечно, но взошли вот. Там он совсем, если не взошла даже. Вот, ну, не взошло, наверное, две. Остальные взошли. Ну вот, очень плохо всходили, конечно, но все ж таки взошли. Теперь надо аккуратненько с ними заниматься, аккуратненько поливать. Так, что дальше, друзья? Это еще пеларгония. И вот еще у меня здесь есть тоже пеларгония. Это тоже покупные. Есть тут и пеларгонии, и виолочки вместе сидят, как видите. Вот все это я хочу сейчас попикировать. Вот тут пеларгония зонально Bright Day белая. Вот. И виолочки рококо смесь. Ну, это все, что повсходило у меня. Первую землю я покупала, не добавляя перлиты. Как видите, очень тяжелая земля, конечно. Ну, ничего страшного. Сейчас я вот в такие стаканчики, в отдельные, их пересажу. И землю я, значит, покупную взяла. Земля у меня покупная. Я не буду говорить, как она называется. В магните покупала. Добавила сюда вермикулита. Одну часть перлита. И золы, наверное, стакан. Вот на вот эту емкость здесь где-то будет на 10 литров земли, короче говоря. Так, друзья, я сейчас покажу на примере двух растений, как я это делаю. И потом продолжу сама и покажу, что у меня получится из всего. Так, друзья, дело в том, что мы в моей комнате. У меня здесь очень тесно, очень тесно. Ну, я думаю, все равно видно, что я буду делать. Я сейчас буду насыпать вот эти стаканчики земли. Ну, дырочки делать я здесь не буду. Я поняла, что это не нужно. Так быстро сохнет земля. Поэтому лучше пусть без дырочек. Потому что долго они не будут здесь находиться. Мы все равно будем их переваривать в другую, ну, в землю или в большую емкость. Вот, поэтому, я думаю, не стоит делать дырочки. Смысла просто нет. Воду поливаешь, она выбегает. А очень часто земля здесь высыхает, что потом ничего не сделаешь. Поэтому пусть будет вот так, в этих стаканчиках. Я вообще эти стаканчики покупала для помидор. Но я с помидорами что-то в этом году немножко затянула. И в теплице теперь холодно, не посеешь. И вот такое дело.
Ну, ничего, я думаю, что будет, то будет. У меня закрыто очень много всего, поэтому страшного ничего нет. Так, итак, друзья, вот две емкости я приготовила. Значит, в этих емкостях я сейчас сделаю вот такие ямы. Большие. Вот таким образом. И хорошенько их полью, чтобы влажная была земля. Вот так. Пускай набирается влагой. Вот так. Друзья, что я хочу сказать? Я не поливаю. Ну, я начну со своих, наверное, растений. Вот. Я не поливаю, когда я пересаживаю. Почему? Потому что так не осыпается земля. Вот. И так просто удобнее пересаживать. Поэтому я сейчас вот таким образом как бы режу землю. Вот так. Вот таким образом. Подниму растенице. Вот так. И пересажу его. Вот таким образом. Пересажу точно на такую глубину, на какой она сидела. Вот и все. Вот одно растение, как видите, готово. Теперь можно вокруг аккуратненько полить его. Так, одно растение есть. Я не буду подписывать, что... Нет, ну, конечно, желательно подписать, но дело в том, что вот эти растения, я просто не буду подписывать, что они из моих семян, а вот подпишу вот эти вот, которые у меня все-таки... Ну, здесь опять-таки вот написано «Пеларгония Занама Bright Day», и тут и белое, и красное нарисовано. Вот какая будет, такая будет. Я же их продавать не буду. Да даже если я буду пеларгония, да и пеларгония. Так, сейчас покажу следующее. Маленькую вот пересажу сейчас. Вот так. Прям перенесу с комом земли ее. Вот таким образом. Ну, я думаю, каждый знает, как надо пересаживать растения. Каждый. У нас сейчас все очень грамотные люди. Поэтому, думаю, ничего здесь такого уже сложного нет. Посадить растение уже готовое. Очень плохо, когда оно не всходит. А когда оно уже взошло и выросло, ну, с ним проще заниматься. Так, ну вот это второе растение. Так, друзья, я все попикирую растения, так же, как и фиалочки вот здесь есть. И вам потом покажу, что у меня из этого вышло. Друзья, я хотела бы показать вам, как вообще вот пересаживать из вот таких емкостей растения. Дело в том, что это в этих емкостях были таблетки. И в этих таблетки я, естественно, села. Делается это очень просто. Аккуратненько надавливаете на низ, вот тут, и на бока. И вот вытаскивается вот такой вот комочек. Вы его поддеваете аккуратненько. Конечно, его бы можно бы оторвать, как говорится, полностью от этого, но... И вот так вот пересаживаете, вот. Дело в том, что здесь у меня два растения. Поэтому, конечно, вот видите, даже остались... еще не заняло оно землю полностью корнями. Если бы оно заняло полностью, то было бы вообще замечательно, вытаскивалось. Вот, можно делать совсем по-другому. Можно ложечкой поддевать эту торфяную таблеточку. Но сначала надо, конечно, ее как бы обмять немножко, чтобы она была обмята. А потом ложечкой поддеваете это и вытаскиваете. Ну, сейчас я посажу вот это растение. Ну, я вот думаю, мне надо, конечно, бы разделить, потому что тут два растения, им, конечно, будет тесно. Итак, друзья, вот что я смогла пересадить сегодня. Вот у меня получилось 12 штук пеларгоний. Вот 9 штук
Виолочек. Это, ну, тут в одной две, потому что они так друг с другом слиплись, что, ну, смысла не было их разрывать. Даже не так, тут 8 этих виолочек, и одна вот петунечка у меня попалась тут. Это те, что я сеяла первые петуни, они не взошли, вот взошла одна единственная. Потом я сеяла петунии снова, вот посмотрите. И вот посмотрите, как хорошо здесь взошли они. Вот, очень много. Ну, я думаю, что я отсюда, я здесь по краю сажала бутилон. Вышло 4 штучки их. Ну, вот они небольшие сейчас еще. Это комнатный клен. Их вот 4 штучки небольшие пока. Ну, я их убрала, потому что они очень огромные растут. И могут своей корневой системой помешать другим растениям, петунечкам, расти. Поэтому петунечка это уже сеянная была где-то в конце февраля, наверное. Вот она уже такая выросла. Ну, ничего, она успеет еще вырасти. Хотела я еще, друзья, пересадить георгины. Ну, честное слово, некуда ставить. Я не знаю, что делать, вообще некуда ставить. Вот у меня это вторая партия георгин. Первая партия я уже... Они у меня уже большенькие, прямо на окне там, на кухне стоят. А это вторая партия. Здесь вот такой сбор георгиночек. Вот такой вот. Видите? Вот какие они. У них уже пара настоящих листочков. Вот. Вот они у меня на окне у мужа висят. Вот не знаю, куда что я буду девать. Мне девать абсолютно некуда. Я даже не знаю, что делать. Я ж думала, потеплеет, а оно что-то никак. Ну, буду ставить обогреватель в теплице большой и выносить все туда. Еще пленку там натяну вторую. Укрывной материал на всякий случай. Потому что надо выносить все. Некуда все ставить. Все растет, все уже большое становится. Ну ладно, друзья, на этом я, пожалуй, свое видео закончу. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик кверху. Если не понравилось, снизу. Друзья, ну все-таки пишите комментарии. И еще, сейчас я начну пикировать пепина. Ну, это будет уже другое видео. Так что заходите на следующее видео, если вам интересно, какой у меня пепин и как я его буду пикировать. На этом, друзья, до свидания. Всего вам доброго. Желаю вам удачи на даче, хороших цветочков, красивых и всего самого наилучшего. С вами была Валентина.